Всем привет! Перед нами два знаковых устройства Samsung, Galaxy S3 он слева и Galaxy Nexus справа. Сейчас мы посмотрим, какой из них быстрее включается, быстрее запускает игры и загружает странички. Начнем с включения. Клавиши питания у них на правом торце. Габариты примерно одинаковые. Здесь диагональ экрана 4,8 дюйма, здесь 4,65 дюйма. Разрешение 1280 на 720 точек в обоих случаях. И в обоих случаях у нас Pentile. Здесь крышка прорезиненная такая, рифленая, очень приятная и надежная. А здесь у нас глянец. Загрузился быстрее Galaxy S3. В нем применяется 4-ядерный процессор Samsung Exynos с частотой 1,4 ГГц. Здесь у нас процессор Tiomap. Сейчас даже скажу наименование его. Tiomap 4460. Оперативки по 1 гигабайту. Давайте начнем с игрушек. Dead Trigger. Galaxy S3 уже предлагает карту, где мы будем зачищать зомби. Загрузка. Яркость выключена на максимум. Третья галактика определенно быстрее. Жаль, приседать нельзя над трупами. Здесь FPS заметно меньше. Проседает так конкретно, я бы сказал. Ну, играть можно, в принципе. Но плавности нет. Вторая игра. Заводной рыцарь. Мне не очень нравится вот этот выступ внизу Нексуса. Из-за него телефон неровно лежит. Камера, кстати, здесь 8 мегапикселей, основная здесь 5 мегапикселей. Ой, перед ногами. На Galaxy S3 заметно плавнее идет. Высадка. Давайте умрем. Riptide GP.
браузер. Стандартные браузеры. Так, CNN. Ну, здесь лидерство явно очевидно за Galaxy S3, хотя Nexus догоняет. Не хочет пропускать вперед братишку, который вышел позже. Закладки. Так, Samsung. А где здесь? Ага. Белый цвет белее в Galaxy S3, не знаю почему. Так. Мобильная версия, что ли? Полная есть. Очень мне нравится, как работает зум у Galaxy S3. Один из самых плавных мультитачей. Кинопоиск. И давайте что-нибудь еще. Хотя нет, хватит, наверное, уже. Настройки. 4.04 здесь стоит. Nexus до сих пор не хочет ловить обновление по воздуху до 4.1. А обновлять его вручную как-то не очень хочется. Ну, пусть так. Мне нравится больше корпус Galaxy Nexus, более практичные материалы, выглядит он солиднее, конечно, новый дизайн — это хорошо, всегда приветствуется, но как-то, ну, любители, конечно, Galaxy S3 форма, но привыкнуть можно, я с ним ходил где-то чуть ли не месяц и привык. Тем более сейчас новые цвета выходят для Galaxy S3. В них он выглядит заметно интереснее. И чуть было не забыл показать результаты в бенчмарках. Галерея. Так, где здесь галерея? Галерея, скриншоты. Скриншоты. Dynamark 2, 26,6, 58,8. Dynamark 1, 61, а здесь 52,7. Так, это не то. Vellama, 1955, 1136. Квадрант 1805, а здесь 5171. И Antutu 9767, а здесь 6494. Ну, в принципе, разница в тестах соответствует тому, что мы видим на практике. Примерно на треть быстрее по скорости загружает игрушки Galaxy S3. Но и назвать Galaxy Nexus слабым тоже язык не повернется.
Это достаточно хорошо, хороший сбалансированный аппарат с интерфейсом, который определенно понравится пользователям, которым не нравится Nature UX с булькающим экраном. Спасибо за внимание.